Всем привет! Сейчас решила выйти в эфир, потому что девчонки говорят, надо что-то записывать, срочно выходить в эфир, давай что-нибудь сделаем, расскажем. Ко мне приехала в гости Айгуль. Да. Вчера она пошла утром к стоматологу. С утра у нее не было ни одного зуба. Ты че? А сейчас ей сделали временные зубы. Завтра поменяют, уже сделают металл, сейчас цирконевые коронки. Не, ну ты наговорила, конечно, не было у нее зубов. Ну, пеньки были, ну ладно, пеньки. Были у меня зубы просто свои. Пенечки сегодня с утра были. Как вам? Это пока временные пластмасски поставили. Да, ну уже красиво. Но уже красиво, да, можно улыбаться. Расскажи о своих впечатлениях о клинике. Вот все боятся приезжать, делать зубы, типа это больно или еще что-то. Какие страхи были у тебя? Так, ну, клиника на высшем уровне. Можно приезжать. Можно? Да, делают все по запросу. Вот прям вот как вы хотите, так и сделают. Ты довольна? Мне чуть-чуть непривычно говорить, да. Довольна, мне все нравится. Слушай, реально красиво. Ну, даже если мне не понравится, доктор сказал, что если что, переделают вообще без проблем. За 5 дней полностью зубы делают все. Да, я сегодня второй день. Я просто не привыкла улыбаться, у меня уже даже вот эти мышцы болят. Я учусь улыбаться. Всю жизнь так вот только. Вчера в сторис записали, во сколько ты там, в 5 утра прилетела, в 5.50. Какой-то очень красивый парень стоял с красивой табличкой, имя, фамилия, встретил в аэропорту, привез. На тачке красивый. Да, Майбах был, да? Короче, на красивой тачке. Привез, мы ее тут накормили, напоили. В чем мы там делали дальше? Гуляли. Весь день воскресенье. На рынок мы ходили. Много. Подожди, сегодня вообще какой день? Понедельник. А. Я приехала вчера. А. Кажется, как будто я с вами уже... Мне казалось, что ты вчера была в стоматологии, и сегодня второй день. Оказывается, ты сегодня первый день в стоматологии была. Но сегодня мне показалось, что такой прям долгий день. С утра я была в стоматологии. До 2 мне там все. С 10 до часу. До часу 30 где-то. Ну, где-то, да, по 2 пришла. Полностью все зубки, что мы делали, стачивали, обтачивали. Да, все зубы, ну не все, два зуба. Не стачили, а обточили. Обточили, да. Обточили каждый зубик, да, 24 зуба. И уже, во сколько, в 5 я пошла, и мне сделали буквально за час такую улыбку. Временные, да, да. Очень красивые. Но свои будут такие же, просто тон будет чуть-чуть более естественный. Цена вот этой улыбки, сколько тебе посчитали у тебя дома? У меня дома, да, в Татарстане, такие же зубы мне посчитали на 1 200 000. Почти. 1 200 000. А здесь в евро сколько ты отдала? 3652. 1 200 000, и если на 100 умножить, примерно, в среднем, ну, плюс-минус, 400. Не считая. Ну, 360-370, смотря какой курс, вот скажем. Да, смотря какой курс. 370 тысяч здесь, а в Татарстане 1 200 000. То есть разница в 3 раза минимум, да? Почти даже в 4. Да. А, 400. В 3,5 раза разница, да. 800 тысяч. 3,5 раза. Вот, и расскажи, как у тебя подруга пошла к тому доктору, который за 1 200 000 предложил, твоя подруга согласилась. Что ей сделали? Расскажи. Ну, это не совсем подруга. А, знакомая просто. Да, я просто смотрела за ней в Инстаграме, и она рекламировала доктора, как она сделала у него зубы. И через какое-то... Я к нему тоже записалась. Через какое-то время я увиделась с ней в реальности. Вживую, так сказать. И когда я увидела, как она улыбается, у нее были очень большие зубы. И видно было десну. То есть, ну, вообще некрасиво. Когда увидела, я поняла, что не хочу к этому доктору. И она сама призналась, что не надо к нему ходить. Хотя была реклама. После этого я решила приехать. Она стала надувать губы, да, чтобы не открывалась. Да, эта девушка теперь вынуждена делать себе губки для того, чтобы вот у нее, ну, хотя бы как-то скрылись вот эти вот оголенные десны. Оголенные и десны. Большие
зубы. Обалдеть. А переделать они не хотят? Ну, она хочет у другого доктора. Здесь, в клинике, если что-то не так, они переделывают бесплатно. Да, да. Мне даже доктор сегодня сказал, что все зубы может переделать, если мне не понравится. Мне переделывали 5 раз. Ну, мне потому что цвет мне не нравился. Тебе затемняли. Затемняли, да. Я говорю, я не хочу белые зубы. Ну, прям реально не хочу. У меня есть здесь и желтый пигмент, и такой серый, сероватый, и, даже не бежевый. Знаю. Бежевый, да. Я говорю, я белый не хочу. При дневном свете у меня просто реально натуральные зубы мои, под мой старый цвет. Да, еще одна девочка сегодня просчитывала виниры. Виниры, конечно, стоят, ну, в два раза дороже, чем коронки. Виниры — это пластинка, которая сверху только без точки зубов одевается. Вот. И чуть-чуть вот так вот под зуб, чуть-чуть так закрывается. Сзади свой. Виниры можно сделать... Но это для тех, кто без отточки хочет, да. Только на здоровые зубы. Если там есть кариес, винир не получится. Если зубы кривые, ну, тоже не получится сделать ровную улыбку. В любом случае надо чуть-чуть обтачивать, да, чтобы выровнять зубы, потом эту пластинку прилепить. У меня виниры. Вот, у меня пластиночка только. Я не обтачивала свои зубы. Но у меня были все свои ровные. Я только рецессии закрывала, поэтому говорю, мне пластинку, пожалуйста. Но цвет, конечно, я прям от своего кайфую. Угу. Что еще расскажешь? Не пишет, да, никто? Да, у меня 9 человек всего лишь. Раньше 1000 было. А, да. Ну, я сейчас это вот... Не, ну вы напишите, сохраню как, это видео. Как зубы. Жалко, не знают же они, как было, да? Я сейчас сохраню видео, я просто скажу, выложу, и пускай комментарии напишут, как вам вообще зубы у Айгуль понравились. Я расскажу. У меня зубы были... А здесь у меня была операция, удаляли кисту, и вот этот зуб был темный. И плюс невозможно было у нас там, не могли сделать ничего. А здесь прекрасно одели тоже цирконий. Плюс у меня были очень сильно торчащие клыки. Красиво пишет, смотри. Да, красиво, зубы красота, девчонки. Спасибо, красотки. Спасибо. Понравились твои да, зубы, шикардос. И очень сильно торчащие были клыки, я даже когда улыбалась, у меня губа вот так чуть-чуть приподнималась. А сейчас прям, получается, губки ровненько. И получается. То, ребят, это временная пластмасса, да. Понимаете? Пока, да. Послезавтра или завтра, когда они там будут циркони выставить, они прям натуральные, еще чуть-чуть в уголках будут прозрачненькие, с прожилочками. Да, на ощупь они такие, как гармошкой. Вот у меня они не ровно плоские, да, а вот под мой зуб вот так вот выточены. У Айгуль сейчас просто ровные такие, вот как пластмассовые, неотесанные. Ну, форма та же будет. Сам зубик ровненький, да. Да. А когда сделают циркониевые, да, там будет каждая прожилочка на зубе как натуральная, и внизу будут чуть-чуть такой гармошечкой. Я из Татарстана спрашиваю, Айгуль, откуда вы? А имя, город? Имя города? Город Лениногорск. У нас очень маленький город. Всего там 70 тысяч населения. А доктора вот этого рекламировали, который так плохо зубы сделал, где вообще? Он в Казани. Казани? Да, это в столице. Ну, как бы, не в нашем маленьком. Вот многие говорят, типа, в Турции там дешево, и по-любому зубы дешево делают, и поэтому некачественно. Вот. Да не, улыбайся, ты же первый раз теперь начинаешь улыбаться нормально. Я не могу привыкнуть, что я теперь могу улыбаться. Я никогда не улыбалась. Я всегда на всех фотографиях, я везде вот так. Ну, теперь... У меня, знаешь, ну, сразу... Так даже хорошо. А теперь у меня даже мышцы вот эти не разработаны. Надо приучиться еще улыбаться. Я сама улыбаюсь, да сижу, теперь мне так нравится. Я теперь не могу мимо зеркала пройти спокойно. А представь, когда будут настоящие, натуральные твои. Я уже как будто с настоящими. Уже счастлива. Просто пластик обычный, временный. На 1-2 дня прилепленный. Завтра будут делать тебе корень только один там какой-то. Да, залечу. А, у меня еще был канал же. В общем, когда сделали панорамный снимок, 2D, да, оказалось, что, оказывается, у меня... Я думала, у меня все залечены зубы, потому что я как бы, ну, всегда следила. И канал оставили пустым. То есть пломбу надели на зубик, а сам канал остался пустым. И вот здесь его бесплатно будут переделывать.
Это к тому, что кто говорит, что вот у нас суперкачественно, там в Казахстане суперкачественно, в России суперкачественно, согласна, все зависит от доктора. В Турции тоже можно найти не до доктора. Вот поэтому надо всегда смотреть отзывы, смотреть, кто как делает. Вот я вам и показываю. Уже второй человек, кто ко мне в гости приехал, доволен зубами. Блин, ребят, я с радостью вам просчитаю, ничего вообще не стоит мне ни денег, ни времени. Присылайте фотографии своих зубов, и доктора посчитают, сколько что будет стоить и что нужно будет делать. То есть целый план. Я отправлю доктору. Девочки, заряжайте позитив, хотя бы. Да, девочки, заряжайте позитив. Казань, слово пацана. Да, кстати, сериал уже. Ты посмотрела? Да, я посмотрела слово пацана. Это вообще просто взрыв мозга. Я еще хочу его пересмотреть. Причем я смотрела последние две серии, седьмую, восьмую, слитую. Вот. А там еще как релиза не было. Посмотреть, какие серии будут. Угу. Нам вообще прикольно, там татарские имена, чуть-чуть по-татарски говорят, вообще интересно. Я начала рассказывать про качество. Клинику, вот которую я сейчас показываю, в которую приезжает, она открыта вот четвертый месяц. Она новая, новый филиал от клиники, которая уже работает 20 лет в Денвиле. То есть одна и та же хозяйка открыла вторую клинику в Лара. Лара. Это где Анталийский аэропорт, рядышком, буквально 6 километров от нас аэропорт Анталий. Вот. И там оборудование все полностью новое, совершенно последние как модели, как говорится. Там все новейшее, технологии новейшие. Mm-hmm. Доктора приехали с Денвиле, у них очень большой стаж. Сам доктор училась в Великобритании, в Италии, в Сингапуре, Газа, Турции. У нее там большой список стран, где она заканчивала обучение по зубам. И также ее доктора, которые там на смену. Улыбайся. Улыбайся. Я читаю, сижу. Как там погода? Ну, вчера мы в футболках ходили. Да, вчера было. Сегодня я весь день была на лечении, не знаю. Сегодня было вообще. А, ну да. Я одеваю тоненькую толстовку и иногда накидываю жилетку. Вот. Но я люблю просто тепло, даже всем жарко будет, все в топиках ходить, и я буду в кофте. Мне просто нравится, чтобы было очень жарко. Mm-hmm. Вот, а так тепло. Плюс 21 градус сегодня был. Mm-hmm. Это писали, на солнце где-то 25. Да, даже так что тепло. 25, да. Восьмерку переснимут, сказали. Да, сказали, и семерку, и восьмерку будут переснимать. Ой, закажу, потому что набрали эти серии. Да, я в черновом варианте. В Телеграме, и, ну, как бы, это некрасиво. Как бы, заходите ко мне, у меня есть эти серии. Украли давай у спросим. Режиссера эти серии и показывают. Что спросим? Приклыки. А, ну, спроси. Спроси, что ты хочешь спросить. Мне кажется, что чуть-чуть мне надо сделать клыки поменьше. Как вы считаете? Я считаю, нет. Нелли говорит, что я еще идеально. Больше еще хотела бы их сделать. Вообще, да, поближе. Улыбка, которая... Да. Сейчас клыки разные. Ей сделали, чтобы она сравнила и выбрала, какой лучше. Вот эта сторона симпатичней. Я люблю, чтобы они прям выделялись. Такой вампирский стиль. Мне очень нравится. Я просила длинные клыки, сказали, мне они просто не могут сделать больше. Сделали максимально эти длинные. Я просто не смогла. Хотя нет, они тут вообще должны быть. Сейчас еще два зуба завтра будут. Да нет, делать. Я не про длину, а то, что вот они вот так чуть-чуть выпуклые. Так они и должны быть побольше. Клыки всегда выделяются. Почему? Если убрать клыки, то будет такая улыбка пластиковая, знаете, мне кажется. Когда ты в Россию, возможно, в конце февраля, в марте, я еще пока не придумала, потому что я в Анталии решила до середины февраля быть, а потом мы с Иришкой едем куролесить в Стамбул. После Стамбула тут уже идей столько навалило и на Бали, и куда мы договорились. Да, везде. Да, то есть, может быть, даже и не доеду до России, я не знаю, пока что. Да заедь. Если заедем, если клыки не мешают, то оставь такие, так тебе говорят. Мне очень нравятся твои клыки. Наоборот, они дают...
Блин, я вообще хочу на вампиршу быть похожа, чтобы они были длинные и выпирающие. Так что, ребят, просчет легко. Я вам скину образец 6 фотографий и посчитаю. Зубы в 3-4 раза дешевле. Ну, а качество, ну, тут вообще классное. И плюс последнее оборудование, плюс очень дорогие материалы, и плюс не металл, а керамика, где как бабушкинский вариант пластиковый такой. А здесь цирконий. Зубы, ну, прям... Мурат. Ну, да, если будете просчитывать в России, вы пойдете просто просчитать зубы, то сразу говорите цирконий, а то они могут посчитать, допустим, вам не цирконий, а металлокерамику. Да, а здесь, ну, потому что цирконий дороже, да? Да, дороже. Вот. А здесь цирконий будут считать, поэтому, чтобы сравнить, тоже там цирконий считайте. Плюс здесь не берут ни за анестезии, там снимки дополнительных, куча, когда они лечат, не берут денег дополнительно, то есть надо зуб сделать, коронку, все, там будет лечение входить в стоимость, кроме, если есть проблема с каналом, если там что-то загнило, и это глубокое протезирование вот там, каналов, тогда, да, они возьмут дополнительную плату, но если не глубоко в корне кариес, они это бесплатно лечат, понимаете? Они и капы могут сделать там потом, чтобы спать. Ну, да, чуть-чуть стоимость отделения. У кого бруксизм, они там делают укольчик, что они еще. В принципе, можно сделать... Прикус делают, правильно. Прикус, да. Я сказать. Я Нелли написала в личку. Погромче. Я написала Нелли в личку под видео, да, которое ты закинула с подружкой. Нелли мне тут же ответила, давай посчитаем зубки. И я на следующий день уже с утра отправила ей фотографии, и вот какую стоимость насчитали тот день, такую я и оплатила. Так что без накруток, без ничего, прям вот, ну, реально. 250 евро скинули на билеты тебе. Да. 200 за то, что ты наликом, то есть 450 евро сразу скидка была, сразу еще от той маленькой цены, которую тебе изначально посчитали. Да, да. Плюс, если они умножат тебе твои зубы на прайс, который у них в клинике, он будет у тебя в 1.5 раза больше. Mm-hmm. Вот. А так как у меня договоренность с клиникой по дружбе, мои друзья прилетают с большими скидками. То есть от меня лично скидки. Если вы пойдете в эту клинику, позвоните сами, запишитесь, у вас будет другая цена. Mm-hmm. Вот, поэтому... Многие мне пишут, типа, Нелли, дай контакты. Я даю, говорю, а потом ко мне придите, посчитайте, увидите разницу. Угу. Кто не хочет, типа, через меня посчитать, ну, нет, смотрите просто сами. Я к чему это говорю? Я когда уезжала, мне многие знакомые говорили, вот, ты приедешь, и будет цена выше. Да, да, да. Так что вот цену не накрутили. Не накрутили, я вот подтверждаю. Реально, как Нелли говорит. Есть еще что сказать или все, выходим, достаточно? Ну, давайте. Достаточно. Да, сегодня. Да. Всем пока, ребят. Пока-пока. Пока-пока.